Номер 57. Михаил Маскаренко. Номер 63. Даниил Яковлевич. Номер 14. Андрей Данков. Номер 72. Кирилл Чумаков. Номер 66. Артем Мазаров. Номер 8. Артем Лебяк. Номер 86. Игорь Кочеленко. Номер 21. Илья Бондин. Номер 89. Григорий Федоров. Номер 5. Александр Певцов. Номер 10. Алексей Балашов. Номер 35. Константин Аборный. Номер 39. Михаил Кулевенко. Номер 77. Алексей Воронин. Номер 78. Даниил Аронов. Капитан команды Артем Лебяк, номер 8. Тренер команды Владимир Владимирович Петков. Судейской бригаде Дмитрий Добрянский, Евгений Морозов, Кемерово. Инспектор матча Сергей Константинович Висконский.
Thank you.
Березовский, номер 87. Команда Сечеваши в полном составе.
Вот. Ну ты иди, меня попросили поснимать, я снимаю. Я не могу тебя встретить. Позвони Климычу, позвони Климычу. Да, да, ну вот, вот где вот как мы из МФЦ выходим, прям вот направо, смотри, там увидишь три входа будет. Да. Thank you.
За неспортивное поведение на 10 минут удален игрок команды «Кузбасс» Илья Бондин, номер 21. За неспортивное поведение на 10 минут ударил игрок команды «Сатирмаш» Роман Тарковский, номер 33.
Последняя минута первой половины матча. Так, мужики, давай туда, идите в угол. Так, алло, вы сейчас наверх, туда назад пойдете. Сядьте, успокойтесь. Команда играет в полном составе. Thank you.
стульчик дайте один. Стул дайте один человеку. В прямом смысле, я говорю, стула дайте. Оставь все иди. Правило в том, что среди соседей находиться нельзя. Потому. За толчок соперника на 10 минут ударил его команда «Социальмаш» Валентин Новолетников, номер 18.
за игру дирижерным способом на 10 минут удаленный игрок команды «Кузбасс» Артем Азаров, номер 66. Thank you.
говорю, отойдите к нам. И друзей своих возьми. Залупаться будет, потому что на 10 минут удаленного команды плюс вас Михаил Масторенко, номер 57. Парни, 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 отойдите, говорю, оттуда, и за вас не видно ничего. Команда «Кузбасс» играет 10 минут. Команда «Сизербас» играет в полном составе.
69-я минута матча. С передачи Игоря Петренко, номер 86. Мяч в ворота команды «Сибсельмаш» забил Илья Бондин, номер 21. Я не могу говорить. Мне это рассказали, я больше не знаю. Что, Богдан, вообще побольше, как будто был? Я, ты пришел мне... 72 минута матча. С передачи Данилы Лагерова, номер 63. Мяч в ворота команды «Сибсельмаш» забил Артем Арбенко. Володь, ты нагрубил, конечно, прилично мне сейчас. Это уже война. Кидай, блядь! Команда «Кузбасс» играет в полном составе.
79-я минута матча. Мяч в ворота команды «Сити Марш» забил Артем Олегов, номер 8.
84-й минута матча. С передачи Ильи Бойдина, номер 21. Мяч в ворота команды «Сибирь» забил Андрей Травенков, номер 14. Thank you.
последняя